В Москве прошел вечер памяти Салавата Юлаева. Поводом для организации мероприятия стало 269-летие со дня рождения национального героя. О воине-полководце рассказывали специально приглашенные гости. Один из них – кандидат исторических наук, журналист, продюсер, ведущий и автор телепроектов на нашем канале Салават Хамидуллин. Также выступили писатель-историк Салават Асфатуллин из Калуги и Салават Щербаков, автор более 40 памятников и скульптур историческим личностям России, в том числе командиру 112-й башков-дивизии, герою России, генералу Минигали Шаймуратову. Во второй части мероприятия гостям представили концертную программу. Под занавес встречи участников пригласили уже на 270-летие со дня рождения Салавата Юлаева. Салават Юлаев – национальный герой, и причем это не герой, который, так скажем, кто-то взял, какие-то там политтехнологи создали и вот предоставили народу. Это образ Салавата Юлаева, то есть он складывался на протяжении столетий, вот последних, да, там, после Пугачевщины. Вот, и сам народ его, по сути дела, сделал своим национальным героем.